Доброе утро, друзья! Я сегодня свой воскресный день начала в кафе «Нуар», где я продуктивно, кстати, провела время в плане того, что посидела и пописала свои мысли. Я сейчас остановилась напротив церкви, где началась служба. Надеюсь, песнопение на заднем фоне вас не беспокоит, если вы его услышите. В общем, вдохновившись, видимо, книгой «Тоска по уходящему сезону», а также комментарием, который я получила недавно. Комментарий писала девушка, которая спрашивала, буду ли я с новым сезоном осенью вводить в свою жизнь какие-то новые привычки, что-то менять вообще. Я посидела, подумала и записала прямо по пунктам то, что я хотела бы изменить и что мне необходимо поменять. Я сегодня взяла свой блокнот Луис Кармен без его обложки, потому что кожаная обложка весит все-таки какое-то количество граммов, которые я не хочу таскать с собой, и она выполняла функцию больше органайзера. В общем, первый пункт довольно банальный, но он касается того, что мне нужно больше отдыхать. Для кого-то до сих пор кажется немного дикостью то, что блогерам нужно отдыхать. Конечно, зависит от того, что снимает блогер и насколько сильно он тратит свое время и ресурсы на создание контента, но все же, мне кажется, отдыхать нужно всем. И факт того, что я хотя бы сейчас стала вводить в свою жизнь один выходной в неделю, воскресенье, хотя у нас сегодня тоже воскресенье, но я решила взять с собой камеру и поговорить с вами. А с учетом того, что сейчас помимо моей деятельности в YouTube, в Инстаграме, в Телеграме добавилось еще и маркетинговое агентство, которое мы с Аней ведем, конечно, восстанавливаться до конца я просто не успеваю ни физически, ни морально, и одного дня в неделю, который я и то недавно себе ввела в воскресенье, мне не хватает совершенно. Еще один комментарий, который я получила недавно. Девушка писала: «Мария, вы довольно интересная, но не засидитесь дома, успеете сделать карьеру». Я посмеялась так немного, потому что, что касается карьеры, реализация, которую дает мне YouTube, мои социальные сети, вообще ведение блога, а также те перспективы и тот потенциал, который включает в себя маркетинговое агентство и, конечно, финансовая сторона, о которой я даже и мечтать не могла буквально там несколько лет назад, это то, за что я очень и благодарна, и чем я искренне горжусь, потому что, ну, нужно себя хвалить иногда. А про засидеться дома — это, кстати, следующий пункт, потому что дома я нахожусь какое-то мизерное количество времени, и я бы хотела проводить больше времени дома в плане того, чтобы как-то осознаннее подходить к этим моментам и уделять больше времени также интерьеру, просто перестановке, потому что год назад я как-то экспериментировала со стилями, с декором и так далее. Следующий плавный пункт касается и моего гардероба, и декора, потому что с гардеробом своим я до сих пор как-то не особо разобралась. Я, например, сегодня вот надела свой винтажный тренч, который висел у меня в гардеробе, закрытый пиджаком, который я не ношу абсолютно. И это было настолько обидно, потому что вещь, которая может быть функциональной, которая мне нравится, может просто потеряться за тем количеством вещей, которые все равно у меня накапливаются. Потому что, несмотря на то, что я и спрашиваю себя много раз, нужна ли мне эта вещь, все равно случаются какие-то покупки, которые себя не оправдывают. То же самое касается вещей, которые я покупаю с желанием, например, внедрить цвет в свой гардероб, который просто не внедряется, и мне нужно с этим смириться и просто счастливо жить в той цветовой гамме, которая есть у меня сейчас. Нужно распродать, отдать, подарить те вещи, которые мне больше не нужны. То же самое касается декора. И следующий пункт, который касается декора, он посвящен прозрачной вазе. Вот такой конкретный пункт, потому что в последнее время я перестала покупать себе цветы.
из-за того, что мне просто не нравится, как они смотрятся в моих массивных крупных вазах, потому что вазы сами по себе довольно акцентные, а цветы в них теряются или наоборот как-то, ну, в общем, конфликтуют с вазами. Поэтому мне нужно именно найти такую среднего размера вазу, прозрачную, чтобы покупать себе простые цветочные композиции, даже не сложно составные. Вот, и люди выходят со службы. Следующий пункт. Нужно больше писать и меньше думать про красоту почерка в блокноте. Есть у меня такая черта. Я люблю в своем блокноте клеить какие-то репродукции картин. Иногда у меня бывают мысли, что нужно записать что-то в блокнот, а потом я смотрю, у меня тут чистые страницы. Я думаю, ну это же будет выглядеть скучно. Нужно сначала что-то наклеить туда, найти и вырезать. А писать, да, писать я буду хоть как, хоть каким почерком, хоть как перечеркивая и зачеркивая. И, кстати, это моя единственная ручка, в плане того, что она единственная. А это Шнайдер, и я такими ручками начала писать еще в школе. Мне они очень нравятся, они пишут тонкими черными чернилами, довольно блекло. Поэтому я, когда переехала во Францию, я просто купила себе коробку таких ручек, и теперь у нас есть целый запас дома. Мне нужно ставить английский 2 раза в неделю. Про ситуацию с английским и с моим преподавателем английского я рассказывала на Бусти. Вкратце, это касается того, что я не терплю и не позволяю относиться к себе людям так, как мне этого не нужно. Это касается абсолютно разных сфер жизни, и я своим друзьям очень часто говорю про то, что люди воспринимают вас так, как вы позволяете к себе относиться, и в том числе так, как вы сами к себе относитесь, потому что то, насколько вы транслируете уважительное отношение к себе, насколько вы расставляете эти всем надоевшие личные границы, это характеризует вас как человека, который что-то будет терпеть, а что-то он не будет терпеть, встанет, уйдет и выскажет еще свое недовольство. У меня еще в этом плане такое, как бы, золотое правило, это то, что я, во-первых, всегда пытаюсь быть вежливой, а во-вторых, я не говорю сгоряча, то есть я человек довольно практичный и свои какие-то решения, даже которые касаются ситуаций, которые мне не нравятся, и людей, которые меня не устраивают, я сначала обдумываю, а только потом говорю. Выкладывать чаще фото в Инстаграм и меньше сходить с ума по поводу визуала. Опять же, на Бусти я вам часто пишу о том, что нужно все-таки делать фотографии, если вам это хочется в моменте, и пусть даже вам кажется в моменте, что фотографии выходят так себе, всегда их можно как бы вытянуть и улучшить за счет грамотной обработки, сделать из них просто такие пинтерестные картинки. Но иногда я сама становлюсь заложником этой ситуации, когда я фотографирую, обрабатываю, но при этом не выкладываю фотографии, потому что жду какого-то невероятного стечения обстоятельств, чтобы мои фотографии между собой компоновались максимально гармонично. И иногда фотографии просто не выкладываются и теряются за давностью лет. И, по сути, никто про эту давность лет, кроме меня-то, и не знает. Но фотографии не выкладываются, и это меня печалит, потому что от Инстаграма я хочу того, чтобы он выполнял функцию дневника, воспоминаний, памяти, просто тех моментов, которые мне дороги. Поэтому, да, буду стараться сейчас выкладывать фотографии чаще и не думать о том, что сейчас, например, вечер, потому что у меня такое часто бывает, что я куда-то убегаю со своими встречами, и когда вспоминаю про Инстаграм, осознаю, что большинство людей в моей ленте уже просто спят, и пост, скорее всего, они не увидят. В общем, мне будет интересно, друзья, есть ли у вас какие-то мысли, что бы вы хотели внедрить в свою жизнь с наступлением нового сезона, вообще, что бы вам хотелось изменить, если что-то такое есть. А мне кажется, многим будет интересно это почитать. Покажу вам мой аутфит в полный рост. На мне сегодня тренч, который я нашла в винтажном магазине. В нем все классно, но он настолько сильно мнется. Это такой тонкий катон. Самое то на погоду, которая у нас сегодня, но меня это немного раздражает, хотя я понимаю, что вещи такого плана – это абсолютно для них нормально, когда они мнутся. В общем, я его сочетала со своими трениками, просто черные, очень длинные, кстати, из Zara, мне они супер нравятся.
базовый лонгслив из такого тоже тонкого хлопка. Моя гигантская сумка. Сегодня я подумала, что поскольку у нас прям осеннее настроение, могу взять черную сумку, которая дополняет мою черную вертикаль. И мне нравится, что тренч у меня не черный, но такого красивого болотного цвета. Я, кстати, еще его не завязывала, хотя представляю, что если я его завяжу на пояс, сколько сильно он помнется. А внизу у меня мои бальман. Я вам представляете, сейчас здесь снимала и проходила девушка на заднем фоне, она ко мне подошла, она меня смотрит. Это Юлия. Мне было так приятно. Она еще поступила на Сенс-По. Представляете, какая она молодец. В общем, такие приятности сегодня с утра. Я вернулась из нашего газетного киоска, и наконец-то мы с моим любимым журналом «Нумеро» встретились, потому что там его почему-то не завозили очень продолжительное время. Это сентябрьский номер. Мне этот журнал нравится прежде всего за их классные, интересные интервью. Например, в этот раз у них интервью с Джорджо Армани и с его отношением к кино. Кроме того, я «Нумеро» очень ценю за их обзор экспозиции, за раздел довольно крупный, все-таки если мы говорим про глянец, который посвящен искусству, различным художникам, не только, кстати, тем выставкам, которые проходят в Париже, но вообще в Европе во всей. И, конечно же, у них огромная часть, очень классная, это та, что посвящена съемкам, различным фотосессиям, и в этот раз я прям была в восторге от многих, потому что здесь прям несколько разделов, есть как черно-белые, так и какие-то очень-очень яркие, с кислотными цветами, и мне в частности понравилось, сейчас я вам скажу, какая вот эта очень классная, называется «L'Héritage», это можно перевести как «Наследие», здесь есть кот, с которым фотографировались, и вот это меня очень впечатлило. Она называется «Le Fronté», что-то типа наглое, заносчивое. Тут очень такая характерная девушка, посмотрите, какой классный силуэт. Просто я себе это взяла на заметку, такой балахонистый стиль. Мне кажется, на осень будет самое то, или просто вот съемки, например, в полях. В общем, здесь много чего можно взять себе на заметку. Или посмотрите, вот тоже часть про искусство. В общем, перелистывать такие журналы я очень люблю. И «Нумеро» тоже ценю за то, что это журнал не только на какой-то конкретный месяц, но и, в принципе, для меня это как референс, как тот визуал, который очень помогает развить насмотренность. Мне кажется, в наше время визуальная составляющая любого бизнеса, от самого маленького салона красоты до гигантской корпорации, является тем рычагом продаж и успеха, о котором, наверное, сейчас знают абсолютно все. Грамотно оформленный сайт, отражающий ценности бренда или компании, это то, на что сейчас спрос только растет и будет продолжать расти, ведь именно от внешнего вида и удобства сайта зависит, купим ли мы тот или иной продукт. Профессия UX UI дизайнер, специалиста, который отвечает за логику и красоту сайта, является одной из самых высокооплачиваемых и востребованных по всему миру. Зарплата начинающих специалистов начинается от 80 тысяч рублей. Обучаться этой профессии лучше всего у профессионалов с многолетним опытом работы в онлайн-школе дизайна UDive School. Обучение UX UI дизайну подходит для новичков. Ваш опыт, возраст и образование не имеют значения. За 154 урока вы получите фундаментальные знания во всех сферах дизайна, а специалисты UDive School подготовят и отправят вас на собеседование, расскажут, как правильно построить карьеру и стать конкурентоспособным кандидатом на рынке. Кроме того, в школе есть гарантия трудоустройства или возвращение всех средств за курс. Но на самом деле большинство студентов начинают брать заказы еще в процессе обучения, так что проблем с работой не будет. Так что используйте такую отличную возможность обучиться в высокооплачиваемой и востребованной профессии, на которую сейчас у вас будет скидка 60% по промокоду МАРИЯДЕ. И все полезные ссылки, а также ссылку на программу курса, на регистрацию, я вам оставлю внизу под видео, или можете просто сканировать данный QR-код. Thank you.
Доброе утро, друзья! Я надеюсь, что у вас все отлично. Мы сегодня, знаете, с вами куда пойдем? В то место, откуда меня, ну не то чтобы выгнали в прошлом году, но, в общем, мне там запретили снимать на мою камеру. Это музей Осипа Цаткина. Мне очень интересно вернуться в этот музей, несмотря на свой такой не очень удачный опыт, потому что этот музей является ателье Осипа Цаткина, в котором он очень много своих культовых работ создал. Осип Цаткин, кстати, родился в городе Витебск, на тот момент Российская империя, Беларусь сейчас, и он был знаком с Марком Шагалом. Представляете, они ходили в одну и ту же школу. Правда, Марк Шагал учится гораздо хуже, чем Цаткин, но Цаткина интересуется с раннего детства скульптура, потому что по линии матери семья занималась судостроительством. И на тот момент, когда Цаткин ходил в школу, его дяди продолжали это дело, и таким образом он знакомится с резьбой по дереву. И дерево до последних годов жизни Цаткина являлось очень значимым для него материалом, потому что он выполняет свои монументальные скульптуры в таком очень архаичном стиле, потому что примитивное искусство оказывает на него огромное влияние. И после того, как он начинает свою учебу в Европе, он перебирается в Париж, где селится на Монпарнасе, в знаменитом Улье, где живут все художники, скульпторы того времени. А потом он снимает квартиру, которая находится буквально в минуте ходьбы от Люксембургского сада как раз, где сейчас сижу я. Так что мы сейчас с вами туда пойдем и посмотрим на ту перманентную выставку, которая находится в этом ателье. Мне кажется, будет очень интересно. Я надеюсь, что у меня получится снять хоть что-то, что вы это увидите тоже. Покажу вам пока быстренько мой аутфит, потому что пришла осень, и я просто безумно рада. Я сегодня надела свой кожаный пиджак, который я нашла в винтажном магазине «Эпизод». Он такого красивого коричневого цвета. Я его дополнила своими очками. Вниз надела тонкий кашемировый свитер от Lily Silk. Здесь внизу мои безразмерные джинсы, гигантская сумка и обувь от Vivaya из переработанного пластика, также в коричневом цвете, чтобы дополнить мой пиджак. Thank you.
я сейчас вышла в сад, и вы не представляете, как здесь красиво, уютно, тихо. Мне так нравится, что скульптуры, они просто спрятаны среди кустов, среди деревьев, и они настолько органично вливаются вообще в этот пейзаж. Фасад дома выглядит вот таким образом. Сейчас как раз вышло солнце. Я сейчас вдыхала аромат этого куста и рассматривала скульптуру, которая стоит прям ровно по центру. И пока я снимала, кстати, вошел служащий, сотрудник музея, спросил, как у меня дела, все ли мне нравится, есть ли у меня вопросы. Это было так мило. Спросил, знаю ли я что-то о скульпторе. Я ему рассказала свои знания. И он был, конечно, очень впечатлен, мне это было приятно. Конечно, я понимаю, что это лесть. Но он сказал, что насколько мне сейчас повезло, потому что я абсолютно одна нахожусь в музее. Ну, практически одна. Там еще был мужчина с дочкой, они ушли. А в саду нету никого. Я могу просто ходить, наслаждаться этим воздухом, не совсем тишиной, потому что идут какие-то работы. Чудесный мужчина вернулся и очень долго расспрашивал меня, на какие темы я снимаю, как строятся мои доходы, насколько я известна и как часто люди просят сделать со мной фотографии. Мне это так веселит. И, в общем, он очень просил сделать фотографию со мной. Сейчас побежал за телефоном. Я, если честно, такое не очень люблю, хотя меня несколько раз такое просили. В общем, я вам рассказывала, как человек-блогер, немного отрезанный от своей массовой аудитории, мне это очень непривычно. Мой опыт посещения музея в этом году оказался просто диаметрально противоположным, потому что мне никто не запретил снимать. Хотя я сделала по-хитрому, я просто никого не уведомляла, что я буду снимать. Достала камеру, и мне ничего никто не сказал. Мне попался этот милейший мужчина, который подписался на меня в Инстаграме. Он оказался, конечно, очень любопытным, когда он узнал, вот, что я блогер. Он начал задавать какое-то невероятное количество вопросов по поводу того, сколько я получаю, как долго я ждала того, чтобы мой канал начал приносить доход, и еще много подобных вопросов. И это, кстати, не первый раз, когда французы проявляют такое любопытство, потому что как только узнают, что я блогер, таксисты, даже юристы задают вопросы касаемо зарплаты. Я, конечно же, на них не отвечаю, потому что считаю, что конфиденциальность я свою вправе беречь. Но приятно, когда в музее люди настолько открыты, чтобы рассказать тебе какие-то интересные байки про музей, пригласить, например, на выставку, которая будет в ноябре, потому что мне мой новый знакомый сказал как раз, что в ноябре будет очень классная экспозиция, будет обновлена постоянная коллекция, и пригласил туда вернуться за бесплатно. А еще я сейчас понимаю, насколько у меня солома на голове за счет того, что у нас очень влажно на улице, ветер, и я еще такая молодец, я просто вчера решила помыть голову на ночь и ничего с ней не делать. В общем, сегодня пожинаю свои плоды успеха. Хочу сейчас найти матча, посидеть немного, выпить и ответить на свои мейлы. У меня сейчас, знаете, была такая мысль по поводу расписания, что человек, который работает сам на себя, он, по сути, действительно настолько сам себе предоставлен, что некоторых это пугает, и кто-то даже, кто начинает работать на фрилансе, не может вынести этой чрезвычайно большой свободы. И иногда, конечно, легче, когда есть какие-то рамки в виде расписания, в виде работы, начальства и так далее. И, наверное, это зависит от того, насколько человек может тоже себя организовать. Потому что у меня такой проблемы вообще никогда не было. То есть я не могу сказать, что у меня были вообще когда-то дни, когда я просто хотела остаться дома, ничего не делать, никого не видеть, никуда не идти. Это еще к вопросу о том, как иногда, по крайней мере, в моем случае, мне важно себя заставить сначала что-то сделать, потому что, да, может быть, плохая погода, какое-то ужасное настроение, я не очень рвусь куда-то идти с кем-то встречаться, но когда я себя пересиливаю, как бы, и иду, что-то начинаю снимать, это настолько меня заряжает просто. Я сегодня тоже была не в самом своем лучшем настроении, например, но когда вышла из дома, достала камеру и просто начала снимать, насколько все преобразилось.
И я понимаю, что я ставлю свое расписание так, чтобы у меня была задействована каждая минута моего дня, потому что в конце дня, даже если я устану, я буду настолько счастлива. У нас здесь уже практически созревает урожай, потому что в Люксембургском саду выращивают фрукты, кстати говоря. И, например, яблони выращивают таким образом, чтобы они были максимально низкие и более плодоносящие. И, кстати, плоды укрывают либо вот такими милыми, ну, как это сказать, пакетиками, либо вообще их даже укрывают горшочками керамическими. Мне кажется, это очень мило. И каждый сорт подписан на табличке. Я пришла на свой матчо в кафе, которое называется Le Pont Traversé. Это бывший книжный магазин, который, к сожалению, после ковида не пережил сложных времен, и теперь это кофейня. Я отказалась от кофе в мае, я вам про это говорю часто, и мне кажется, один из самых классных плюсов отказа от кофе в том, что помимо от тех качелей, от которых я избавилась, знаете, когда вы пьете кофе, у вас супербодрое состояние, а потом такой упадок сил. Это еще и то, что мои зубы, по крайней мере, остаются белыми гораздо дольше. У меня, видимо, очень пористая эмаль и такие красящие напитки, как кофе, хотя я его всегда пила со сливками. Они все равно красили мои зубы, эти напитки. Буду работать, допивать свою не самую шикарную матчу. Увидимся с вами чуть позже. Есть в моем рационе один рецепт, который мне ужасно нравится. Это рецепт супа том-ям. Наверное, том-ям. Там есть креветки. Том-кха, по-моему, это с курицей. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня. Но мне не нравится этот суп заказывать где-то, даже в каких-то суперспециализированных тайских ресторанах. Это просто какой-то парадокс, потому что я его люблю готовить по максимально простому рецепту, который я сама как-то придумала путем опыта, путем замешивания ингредиентов, и там нет ничего такого суперсложного, но при этом там есть вот это сочетание креветок, кокосового молока и невероятного баланса между соленым, кислым и таким чуть сладковатым. Так что я предлагаю вам посмотреть на этот рецепт, детальную расшифровку которого я оставлю вам на Boosty, потому что, как вы знаете, всем, кто хочет поддержать мой канал, я очень благодарна, и вы можете найти на Boosty и мою подборку музыки, которая звучала в видео, мои личные посты с размышлениями. За очень лояльную цену, это 80 рублей в месяц, вы можете получить доступ к музыкальной подборке со всеми предыдущими постами. А, например, за 170 рублей в месяц вы получаете весь доступ к моим личным постам с фотографиями, с размышлениями, с эксклюзивным контентом, который я раньше всего как раз выкладываю на Boosty.
вы бы только знали, какой у нас сегодня пасмурный день. Просто я выжидала какое-то подходящее время, чтобы начать снимать, потом поняла, что свет будет только угасать. Поэтому у меня здесь есть пара книг, которые я хотела с вами обсудить. И мне очень приятно, друзья, за ваши отклики, что вам нравится слушать мои впечатления о книгах. Я вам, правда, очень благодарна за это. Поэтому сегодня я хотела обсудить с вами книгу Рэйчел Каск «Контур». Это ее роман, который был издан в 2015 году. Первый в трилогии, в которую входят «Транзит» и «Кудос». Перед тем, как этот роман читать, я ознакомилась с отзывами на него, о том, как же он безумно нравился людям, спрашивала своих друзей, которые его читали, он тоже просто всем понравился. И с такими, значит, ожиданиями я его начала читать. С учетом того, что он получил еще множество премий и заслуг за вклад в такое неординарное повествование. Потому что действительно у романа отсутствует сюжетная линия, классическая, к которой мы привыкли чаще всего. И отсутствует рассказчик. Как бы он отсутствует, то есть его такой контур рассказчика все-таки есть, но мы о нем ничего не знаем, ни сколько лет этому человеку, эта женщина, ни какая у нее судьба, даже имя повествовательницы появляется лишь в предпоследней главе. Знаем мы о ней лишь то, что она является самописательницей, она приехала в Грецию для того, чтобы проводить такой, скажем, мастер-класс на курсе по писательскому мастерству. И на ее пути ей встречаются многочисленные герои. Даже не то чтобы многочисленные, их всего 10. На каждого героя отводится отдельная глава. И каким-то магическим образом, буквально за несколько секунд знакомства с этой повествовательницей, эти герои рассказывают ей просто удивительные, интимные подробности своей жизни, просто все перипетии, с которыми они столкнулись. Например, в самолете она знакомится с разорившимся греком, который ей, вообще нисколько не смущаясь, рассказывает про свои неудачные браки, про кошмарные отношения с детьми, про то, как он разорился. История человека, с которым сталкивается повествовательница, она дается очень поверхностно. Опять же, откуда контур? То есть все дается такими очертаниями. Мне, по крайней мере, очень не хватило глубины. Я понимаю, что, конечно, это писательский прием, чтобы дать такие какие-то очень поверхностные сведения о персонаже, чтобы о персонажах мы составили собственное мнение, чтобы это не было дано, знаете, в лоб. И действительно, здесь присутствует некое подобие полифонии. Если вы читали Достоевского и читали восторженные отзывы на этот роман, я не знаю, довольно завышенное, наверное, ожидание, потому что мне полифонии от этих персонажей ее как бы не хватило. То есть да, есть отдельный голос у персонажей, он довольно полновесен, но при этом нету вот этого многообразия в сюжете и нету ощущения, что история рассказывается полноценно. Как отмечается в некоторых статьях, этот роман действительно довольно сложно читать, потому что вы можете читать одну страницу, в которой присутствует какой-либо персонаж, который буквально через несколько предложений может исчезнуть и никогда не появиться. То есть можно даже забывать о том, что происходило в предыдущей главе, настолько все это как-то очень так вот вспышками, знаете, контурными дается. Мне, если честно, такое не скажу, что понравилось, и не могу сказать уж точно, что я после этого романа «Контур», который, кстати, я думала, что он мне понравится вот на 100%, сколько я про него всего слышала и читала, после него я не могу сказать, что я хочу читать сейчас, прямо сейчас, продолжение этой трилогии «Транзит» и «Кудос». Естественно, это совершенно нормально, что у всех разные вкусы, и мне, например, роман этот не особо понравился. И это абсолютно нормально, если вы его читали, например, вам он очень сильно понравился. Я, наверное, все-таки, когда буду продолжать читать вторые и третьи части этой трилогии, я не буду читать никаких отзывов, не спрашивать никого, кому и как, какие отношения с этими романами. Буду просто ориентироваться на собственные впечатления. Зато, как только я закончила этот роман, я тут же взялась за роман «Выгон», который я сейчас
читаю на половине примерно. И знаете, мне кажется, что он меня разочаровать уже не сможет. Потому что я нахожусь под таким впечатлением от происходящего в этой книге. Ее написала Эми Липтрет. Это, по сути, такой дневник, дневник воспоминаний очень сложного периода жизни девушки, которая выросла на Аркнейских островах. Это удивительное место, такое необычное, потому что оно находится, собственно, в непосредственном доступе к океану. И на этих островах, которых на самом деле множество, совершенно иная жизнь. Там люди некоторые эти острова покидают, потому что ну, невозможно жить, там нет работы, там занятия только развивать скот, пасти его, ухаживать за своими полями, на которых практически ничего не растет, потому что вот такая там природа. Если честно, мне даже просто обложка, как я вам говорила, напоминает мою родную Хакасию. Эти хакасские бескрайние степи, которые я безумно люблю. И героиня, которая вырастает в таком очень суровом месте, на такой непосредственной близости с природой, она переезжает в Лондон, где начинают поиски себя. Она всегда хотела вырваться из этой глуши, скажем так, и в Лондоне пускается просто во все тяжкие. В книге описывается очень болезненный опыт отношения с алкоголем, с зависимостью, и эта борьба, в которую вступает главная героиня, насколько ей тяжело, и это настолько натуралистично и искренне описывается, что кажется, что ты сам находишься в этом аду. Это совершенно нормально, что некоторым людям такое читать не нравится и неприятно, но я вам, по-моему, не раз уже говорила, что в моем случае, когда я смотрю, например, фильмы, от которых у многих волосы просто дыбом, или когда я читаю подобные романы или произведения, для меня они служат как такой своеобразный щелчок, который говорит мне: посмотри, какая у тебя замечательная жизнь. Ты должна быть благодарна за то, что у тебя есть сейчас. Да, нужно стремиться к чему-то большему, постоянно задавать себе новые цели, но вот эта гедонистическая гонка, которая постоянно толкает нас вперед и которая заставляет быть нас недовольными или неблагодарными за что-то, у меня она как будто заземляется от того, что я читаю вот подобное. В каких кошмарных ситуациях иногда находятся люди. Да, в эти ситуации очень часто они сами себя загоняют, но подобные истории заставляют меня еще раз остановиться и сказать себе, как все здорово, и не нужно ныть, не нужно бесить самого себя, а как-то принижая, не знаю, свои заслуги или свою жизнь, или смотря на кого-то другого, у которого жизнь может быть, не знаю, в несколько раз лучше, чем у вас. Всегда есть люди, которым очень плохо, и здесь не нужно злорадствовать, нужно просто отдавать себе отчет, что никто не застрахован от подобной жизни. Ты можешь оказаться в таких условиях и не по своей вине, по каким-то другим жизненным обстоятельствам, и тут факт, что ты не ценил свою замечательную, прекрасную жизнь, которая была у тебя в этот момент. Я не знаю, мне кажется, это ужасно, когда ты не используешь все возможности, даже возможность той же благодарности к самому себе. Так что я буду читать «Выгон». Мне кажется, было бы у меня время прочитать его за сегодня. Я бы это сделала с большой радостью, потому что я его читаю третий день. Но помимо того, что время для чтения я отвожу преимущественно после 10 вечера. До этого, конечно, нужно очень усиленно и активно работать, чем я сейчас и займусь. А если у вас, друзья, есть какие-то рекомендации по романам, по книгам, вообще неважно почему, может быть, по фильмам, не сомневаюсь, пишите их внизу в комментариях. Мне кажется, вы многим поможете, в том числе и мне. А я, кстати, вспомнила сейчас вопрос по поводу того, где я книги эти заказывала. Это не реклама. Если что, я их заказывала на Озон. Мне, кстати, про это посоветовала Аня, потому что я как человек, который привык книги в бумажном именно варианте на русском языке искать на Винтеде, я там караулила подобные издательства, знаете, такие более новые, потому что на Винтеде очень много книг классической русской литературы,
которая мне, конечно, тоже нравится, но иногда хочется вот чего-то подобного почитать. Друзья, я буду очень ждать вас у себя на Boosty, где вы можете поддержать канал, почитать мои личные посты с тем, что не вошло во влог и случилось за неделю, узнать про обработку фотографий, узнать рецепты. В общем, на Boosty есть много чего интересного. Ссылку я вам на него оставлю внизу под видео. Конечно, буду ждать вас у себя в Инстаграме, где у меня парижская атмосфера, такой мудборд повседневности с интересными деталями, с какими-то событиями, которыми мне хочется с вами поделиться. И для тех, кому удобнее формат Telegram, также оставлю на него ссылку, где у меня фотозаметки с накопившимися фотографиями, небольшие тексты, которые я пишу. Буду рада вам, если вы захотите присоединиться. И, пожалуйста, не забудьте проверить подписку на канал, если вы смотрите видео, если вам не сложно сделать одно маленькое-маленькое действие, за которое я вам буду очень благодарна, нажать кнопку «Подписаться». Огромное вам спасибо, что вы были со мной. Я вас крепко обнимаю и совсем скоро увидимся.